Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії правозахисник, лідер команди Євгенія Мураєва «Наші» на Сумщині Олександр Соколов. Моє вітання, пане Олександре, в нашій студії. Як завжди, обговорюємо нагальні питання, проблеми, ситуації, які у нас відбуваються в нашому місті і в області. По-перше, 4 грудня в Сумах мають відбутися чергові громадські обговорення, підвищення тарифу на опалення та гарячу воду. От на вашу думку, як юриста і правозахисника, наскільки правомірні, легітимні будуть ці зібрання, особливо в умовах воєнного стану? Повищення тарифів має чітко определену юридичну процедуру. В частности, из наших, я думаю, ранних предыдущих интервью люди помнят, что повышение тарифов на тепло и горячую воду сопровождается 4 этапами. Среди этих этапов есть такой этап, как проведение открытых слушаний, открытые обсуждения. Значит, что это за этап? Это этап, который проводится в формате собрания. На этом собрании может присутствовать и 100, и 200, и даже 10 тысяч человек. Вот по вашему мнению, как вы считаете, если такое огромное количество людей будет принимать участие, можно ли считать это собрание массовым? Массовое собрание, известно, навіть 100. Я тоже считаю, что так. А теперь посмотрим на статью 19 закона Украины про правовой режим военного положения, в котором говорится, что во время военного положения четко запрещено и однозначно это проведение выборов. И второе, это проведение массовых собраний, акций, демонстраций. Что мы видим по факту? Центральная избирательная комиссия приняла решение, которым отменила проведение выборы в объединенные громады территориальные. В областях. Да. И можно сказать, что выполняет требования закона. А НКРЕКП вместе с нашими тепловиками почему-то считает, что им закон не писан. И они собираются завтра проводить открытое мероприятие, связанное с повышением тарифов. Вот если это мероприятие не проведут, то оснований для повышения тарифов у нас юридических не будет правовых. Но когда речь заходит о деньгах, почему-то забывают о законе. И у нас наблюдаются снова двойные стандарты. То есть для одних закон есть, а для других, там где нужно, нету. Вот это больше всего и настораживает. Но в принципе, вот если таке зібрання, якщо все ж таки його будуть проводити, який шлях у сумчан? До якого шляху ви схиляєтеся? Йти на ці громадські обговорення? То, що сумчани прийдуть, вони не нарушать закон. Нарушають якраз закон ті, хто проводить. Це ключове слово. Нельзя проводить. Ну там не указано, що нельзя приймати участь. От тому у сумчан є два виходи. Ілі оставатися вдома, и надеяться, что тарифы на 14% не возрастут, да, что маловероятно, или же отстаивать свои права. Ну, ви вже декілька років опануєте тепловикам і доводили не один раз, що тариф не повинен підвищуватися. А цього року чергове підняття ціни, ви вже сказали, на 14%. На вашу думку, чи обґрунтоване воно? Перший момент – це теплопотери. Вот все вы знаете, что в 2008 году, вот у меня я специально даже взял решение исполкома Сумского, да, было принято решение, по которому договорились, я так понимаю, с тепловиками ежегодно снижать теплопотери. Вот, к примеру, на 2008-2009 год теплопотери должны были составлять около 20%. И с каждым годом по сегодняшний день они должны были снижаться где-то 1% в год. То есть по состоянию на 2017-2018 год теплопотери должны были составлять уже не 20%, а 11-12%. А что мы видим по факту? А по факту, я так понимаю, мы видим то, что в тариф нам закладывается почти 23%. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы идем неверной дорогой. А теплопотери, получается, возлагаются на наши плечи. То есть мы за них платим. Тариф закладывают что-то иное, а не тепловтраты? Возможно и так. То есть я не знаю, каким образом они там определяют эти теплопотери, но я не исключаю возможных махинаций в этом направлении, в том числе. Хотя вот мы с вами 2 недели назад примерно снимали сюжет по поводу порывов, которые у нас есть в городе. И вы были свидетелями того, что все трубы у нас ржавые, находятся в лотках, залитых водой, без теплоизоляции. Я верю в то, что у нас могут быть теоретически такие теплопотери. Но опять же,
этот путь в никуда, если мы не будем модернизировать наши теплосети, то значит с каждым годом эти потери uh-huh. будут становиться больше, и как следствие будет становиться больше и тариф. Пане Олександре, ну все ж таки, от ви вже торкнулися, стан тепломереж. Я все ж таки впевнена, що в тариф закладається модернізація, оновлення наших теплових мереж в нашому місті, саме на суми теплоенерго. Це значні кошти. А скільки по факту реально от замінено? Є така інформація? Знаєте, я вже вам скажу, що практично нічого нам особо і не закладається. Угу. От просто маленькі такі дані. На наступний рік планируют отремонтировать всего лишь около 100 метров магистрали, да, то есть из 280 километров. То есть это практически ничего, можно вообще ничего не ремонтировать. И так в широку? Ну, раньше там, может, было там километр, там, до 3 километров. Угу. Но опять же, если проведем математическое вычисление, да, получится, что там от 300 до 2000 лет будем ремонтировать то, что уже на сегодняшний день признано аварийным. Тобто це путь просто в нікуди. Ну, все ж таки, наша Сумська ТЕЦ, вона в оренді у підприємства, вона передана в оренду на певних умовах. І я так думаю, що все одно там є прописані умови щодо технічної модернізації. Ці умови виконуються. Ну, в принципі, це все ж теж впливає на формування тарифу, на якість тепла і так далі. Ну, так, як ви знаєте, у нас заключен договор оренди на 10 лет до апреля 2023 года. Безусловно, как и любой договор, имеет ряд условий. В частности, за эти 10 лет тепловики обязаны были разработать соответствующую техническую документацию по поводу модернизации, получить разрешение, согласование и до 2020 года провести модернизацию и реконструкцию ТЭЦ. Остался, можно сказать, уже год. Я очень сомневаюсь, что они что-то из этого сделали. И будет проведена надлежащая модернизация. Очень сомневаюсь. Ну а чем же тогда мотивирует подвышение тарифа? Мотивирует как раз по традиции тем, что нужно поднимать зарплату работникам. Угу. Только они забывают, что тариф они собираются поднимать на 14%. А в структуре тарифа заработная плата работников составляет там от 2 до 5%. То есть уже не сходится, да? Начинают рассказывать, что там газ возрос и так далее, и так далее. Но мы же с вами уже неоднократно обсуждали, что они неправильно используют методику распределения затрат топлива между производством тепловой и электрической энергии. И уже на этом зарабатывается колоссальная сумма денег, там свыше 100 миллионов гривен, по мнению различных специалистов. А фактически я считаю, что это не зарабатывается, а воруется. Угу. Вот еще... Да, нашли, как можно уменьшить тариф. Тобто на сегодняшний день, знову ж таки, підняття тарифу на опалення гарячу воду, на вашу думку, є необґрунтованим? Да. Цього тижня прозвучала ще одна інформація про ймовірне подорожчання іншої сфери, про яку теж ви дбали декілька років і були серйозним опонентом міської влади, але знову ж таки, сумські перевізники заговорили про подорожчання вартості проїзду в сумських маршрутках. Увага, до 7 гривень. Да, к слову сказать, 7 гривен сумские маршрутчики хотят установить абсолютно для всех. Угу. Не для пенсионеров, и для инвалидов, и для школьников. Я сразу хотел бы людям сказать, чтобы они не переживали. В любом случае, я думаю, план минимум мы сделаем и выбьем с них как минимум льготы для пенсионеров и школьников. И я вообще считаю, что инвалиды у нас должны однозначно ездить бесплатно. Вот. А что касается повышения тарифов, ну, знаете, это у нас уже как сумская традиция. Как только наступает декабрь месяц, у нас сразу перевозчики подают новые расчеты и просят повысить тариф. А чему самый зимовый период? Ну, давайте, я думаю, что тут два есть ответа на ваш вопрос. Во-первых, зима. Люди меньше пішки ходять, так? Да, вот більше. Сьогодні у нас сколько там утром? Мінус 13 градусів було, да? Гололед в некоторых местах. Люди просто, по мнению перевозчиков, становятся более сговорчивыми в этот период времени. Вот как бы это цинично не звучало, но это так. И второй момент, как и в прошлом году, так и в этом, я думаю, у нас подходят к завершению судебные дела по ранее установленному тарифу. Если в прошлом году у нас заканчивались судебные дела по 4 гривнам, и мы могли уже ездить, начинать по 3 гривны,
Вот, то в этом году, соответственно, могут закончиться дела вот в Верховном суде по 5 гривнам, когда мы можем ездить снова-таки вернуться к старому тарифу 3 гривны. А, вот, чтобы, будет натомість новый тариф у 7 гривен. Да, чтобы пустить эти дела судебные по новому кругу и заставить нас еще пройти этот год, да, в судах провести, принимается новое решение. Но опять же, в этом году, в преддверии выборов, конечно, власти невыгодно поднимать тариф, и все мы это понимаем. И по моей информации, хотели разыграть такой сценарий, когда маршрутчики будут бастовать, не выходить на маршруты, и дальше выйдут власти и скажут: ну вы же понимаете, вынужденная мера, вы же не можете ходить по морозу вот, без транспорта. Мы поможем вам, поднимем тариф, ну, может не на 7 гривен, но на 6 точно. Вот, и, ну, их военное положение отчасти спасло. Читаю новости и анализирую. Значит, собрались власти и говорят, что будем делать, если, не дай бог, что-то произойдет. Угу. Надо же как-то эвакуировать людей. Кто будет эвакуировать? Будут эвакуировать маршрутки на вот этих ржавых рутах наших людей. Поэтому их нужно содержать в исправном состоянии, их нужно оборудовать видеокамерами. Естественно, маршрутчики говорят: а как же мы будем оборудовать, как же мы будем содержать в исправном состоянии? У нас же денег нету, давайте повысим тариф. И вот они, знаете, вот вспоминается хорошая фраза: для кого война, для кого мать родная. Понимаете, вот это, как по мне, идеальный пример. Ну, ехав сегодня на передачу, прочитал еще одну новость. Перевозчики предлагают компенсировать им из бюджета повышение этого тарифа. Ну, фактически это то же самое, что из нашего кармана вытянули и заплатили. Тільки не ставити позначку, да, на транспорте? Да, но опять же, может быть, этот вариант и приемлемый был, если бы в этих маршрутках был электронный билет, чтобы мы точно знали, какое количество пассажиров они перевозят. А сумчанам предлагаю провести эксперимент. Завтра, зайдя в маршрутку, попросите у них билетик. И посмотрите не на лицевую часть билета, а на обратную. Согласно установленной в законодательном порядке форме, на обратной стороне билета должен указываться перевозчик, его название. Но ни на одном билете вы такого названия не встретите. А це так важко, ну, запровадити таку систему, щоб чітко розуміти, скільки людей у нас виходить, користується транспортом? Абсолютно нет. Уже б ми давно знали, і, я думаю, уменьшили б за счет этого тариф. Но кому это выгодно? Вот і весь вопрос. Тобто на сьогоднішній день ми чекаємо рішення виконкому, я так розумію, так? Про підняття тарифу? Так, як правило, в декабрі піднімається тариф на комунальний транспорт до 5 гривен, да, а потом они выйдут, скажут: ну смотрите, ну уже даже троллейбусы ездят по 5, ну как можно маршрутчикам по 5 ездить, давайте им тоже поднимать. Понимаете, вот такой абсурд, ну это путь в никуда, что по теплу, что по маршруткам. Опять же, если говорить о компенсации, то лучше эти деньги направить на покупку нового коммунального транспорта. Вот они постоянно, знаете, на меня грязь льют, там через заказные статьи, сайты в интернете, что Соколов тут ездит на своей машине, а не пользуется транспортом, потому он тут рассуждает, как легко маршрутчикам живется. Вот пусть он возьмет у нас маршрут и попробует поработать. Да я вообще за то, чтобы не нужно брать ни у кого маршрут, закрыть их, поставить коммунальный транспорт и пользоваться спокойно. По крайней мере, мы будем четко понимать, что коммунальный транспорт будет приезжать в срок, что там будет комфортные условия, потому что вот опять накануне открываю Facebook, люди жалуются, что порвали курточку, вымазали там джинсы в мазут. Это ненормальная ситуация. Угу. Опять же, когда у вас нет билета, ничего не можно, да, вы даже не докажете, вы даже не докажете тот факт, что вы пользовались этим маршрутом. У вас не будет доказательств. Ну, может быть, вам повезет, и вы найдете какого-то свидетеля. Но опять же, прохождение по судам не будет стоить того потраченого времени, да, который вот ви зробили. Пане Олександре, давайте повернемося до того, з чого ми починали. Завтра 4 грудня і на завтра оголошені відкриті громадські обговорення по підняттю тарифу. Ви будете присутні на... Звісно, будемо присутствувати, будемо відстоювати інтереси сумчан. По моїй інформації, вже
порядка 80 человек подало заявку. Но я считаю, что этого недостаточно с учетом того, что в Сумах проживает свыше 200 тысяч гривен. Если вы действительно хотите, чтобы у нас как-то к нам прислушивались, к нашему мнению, то я вот советую и призываю людей все-таки отстаивать свои права и приходить на все общественные слушания, на которые нас приглашают. Иначе нас просто не услышат, потому что можно много ругать власть, можно много ругать тепловиков, что у нас холодно в квартирах, что у нас тарифы высокие. Какой в этом толк, если власть вас не услышит? Вот поэтому обязательно приходите завтра, 4 декабря, как нас и приглашают, в 9 часов утра на улицу Лебединская, 7, здание Суми Теплоэнерго, актовый зал. Ми вам дякуємо за сьогоднішню розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ був правозахисник, лідер команди Євгенія Мураєва «Наші» на Сумщині Олександр Соколов. На сьогодні все. Тім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.